Samsung A9000 Galaxy S. Замена дисплейного модуля. Дисплей в данной модели выходит из строя чаще всего из-за механического воздействия. Уронили, ударили, раздавили. Дисплей меняется в сборе с сенсором и дисплейной рамкой. Выкручиваем 7 винтов по периметру телефона. Затем металлической лопаткой поддеваем заднюю панель и снимаем ее. Начинаем снимать системную плату. Той же металлической лопаткой отделяем коаксиальный кабель, разъем функциональной клавиатуры, разъем дисплейного модуля, снимаем камеру и разъем гарнитуры со слуховым динамиком. Вынимаем системную плату. В новый дисплейный модуль вставляем системную плату, защелкиваем все шлейфы и коаксиальный кабель. Затем вставляем камеру. Дисплейный модуль заменен.